One spark is enough to reignite a revolution. The Bone Chicker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The Gilded Wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Привет, друзья, на связи Антиквар. В рубрике «Первый взгляд прибыло». Сегодня мы с вами будем знакомиться с игрой Monster Train. За то, что она в принципе появляется на моем канале, я хочу сказать большое спасибо одному из зрителей, активному участнику нашего сообщества на Дискорде, человеку с 1000 никнеймов, которого в Дискорде все знают как Брателло07. Именно он мне посоветовал обратить внимание на эту игру, сказал, что я гарантированно не пожалею. Ну что же, меньше слов, больше дела, давайте приступать. Добро пожаловать в ад. Ваш поезд везет драгоценный груз. Последний осколок пекла, необходимый для того, чтобы вновь разжечь адское пламя. Враги из рая, крылатые, пойдут на все, чтобы помешать вам. Если хотите преуспеть, принимайте обдуманные решения и создавайте собственную банду чудовищ. Удачи, адское отродье! Кому это он? Хочется переспросить, да? Именно что нам. Играем мы, судя по всему, за демонов, ну или кого-то, да, представителей пекла. Поехали! А это тот самый поезд Костолом, да, за который мы... на котором мы будем двигаться и на котором... будет вот эта вот последняя частица пекла с нами путешествовать. Так, давайте знакомиться с интерфейсом. Ну, прежде всего, я хочу посмотреть в настройках, сделать чуть потише общую громкость, чтобы гарантированно у нас все было нормально, да, по громкости игры и моего голоса, чтобы звуки игровые не заглушали то, что я говорю. Играю первый раз с листа, поэтому не очень понимаю, как тут правильно выставить громкость, да, поэтому, ну, попробуем вот так. Думаю, что должно быть нормально. Так, хорошо. Теперь знакомимся вообще с тем, что здесь есть. Мы находимся в области, которая называется Лимбо. Смотрите, есть описание. Некогда через эти пустоши пролегала безлюдная дорога в ад. Она служила буфером, первым кругом ада, отделявшим нас от рая. И мороз лишь превратил бескрайнюю пустыню в столь же бескрайнюю тундру. Интересно. Так. Здоровье пекла, последний кусочек ада, который могут повредить враги. Заезд закончится, если здоровье упадет до нуля. Ага, так, понял. Ну, монеты, понятно, для улучшения наград. Колода. Могу посмотреть, да, наверное? Да, смотрите-ка. Князь Роголом. Такой юнит у нас. Карта выглядит, кстати, необычно. Смотрите, от других, от всех других. Ну ладно, с этим мы разберемся. Есть восстановление. Есть, это, видимо, заклинание, да? Игра карточная, кто не понял еще. Есть вот такие бойцы, видимо, стюарты. Есть факел, ну, небогатая колода. Факел наносит 2 урона. Угу. Ну, понятно, вот с такими вводными мы приступаем, да, к игре. 22 перекрещенных меча на щите, да, и 20-ка написано. Это сила атаки пекла. Пекло способно защитить себя, нанося указанный урон всем подобравшимся к нему врагам. И здесь это что такое? Уголь выдается в начале каждого хода. Ну, видимо, местный аналог маны, надо полагать, если в начале каждого хода выдается. Так, а ну-ка на колоду посмотрим. Ну да, вот мы видим, что вот он уголь, да, сколько стоит использовать ту или другую карту. Хорошо, идем дальше. Количество карт, получаемых в начале хода, 5. Начальная вместимость каждого из этажей поезда, тоже 5.
Так, здесь активно это нет, можно нажать. Нет, не активно. Основной клан Адские отродья, уровень 1, союзный клан Пробужденные, уровень 1, что бы это ни значило. Текущий круг Лимба. Тоже нельзя нажать, да? Как далеко вы продвинулись в путешествии через круги ада? А кругов ада будет 9, как положено, я так полагаю, да? Если, то есть мы в первом, а в девятом финал или что? Ладно, разберемся. Последний босс Серафим Благонравный. Конец уже близок. Это инкарнация злейшего врага ада, способна очистить всех бойцов от эффектов, которые не идут на пользу Серафиму. В этом бою нельзя полагаться на одну только силу. Так, скорость игры обычно, но пусть остается. Это что у нас? Ага, а вот карта. Вот, да, Лимба. Тут у нас бой впереди. Дальше утесы падших душ, останки болотного червя. Ну, со всем этим мы познакомимся в дальнейшем. И вот он, последний бой, да, перед девятым кругом ада. Серафим Благонравный. Победите Серафима, чтобы добраться до холодного сердца и вновь разжечь адское пламя. Ладно, походу будем знакомиться более подробно. Так, ну и настройки мы видели. Ну что, поехали вперед смотреть, как это все работает. Священники рая. Эти послушники посвятили себя служению раю и попытаются лечить своих спутников. Так, инквизитор послушников, упорство. 4 атаки, да, я так понимаю, если исходить вот из этой вот отметочки. И 50 жизней. Упорством обладает. Бой в этой комнате продолжается, пока не погибнут все враги. Этого бойца нельзя опутать. Не очень пока понятно. Закаленная послушница, 2 атаки, 25 здоровья. И верный священник, 0 атаки, вообще 1 здоровье. Восстановление после боя восстанавливает союзникам 5 здоровья. Ну, пока не очень понятно, но пока мы еще и не начали, да, не вступили в бой. Так что давайте будем посмотреть. Так, обучение у нас идет, нам все расскажут, это замечательно. Это вот осколок, да, последний, осколок пекла. Защитите пекло, это ваше пекло, если враг нанесет ему слишком большой урон, поездка закончится. Понятно. Ваш поезд осаждают враги. Противники появляются на нижнем этаже, но поднимаются выше с каждым ходом. Добравшись до вершины, они атакуют ваше пекло. То есть их нужно убить до того, как они не дошли, да? То есть у нас сколько этажей было, я не заметил. 3 или 4? Сейчас посмотрим. Призывайте бойцов, чтобы защитить свой поезд. Каждую карту бойца можно использовать в бою только один раз. Так. И у меня, значит, здесь князь Роголом. То есть вот этот мой персонаж, да? У меня такой есть воин, и есть вот Стюарт еще. Это герой, что ли, мой, или как? То есть почему карта-то отличается? Броня. У него есть броня, не вижу. Урон сначала наносится по броне, и только потом снижает здоровье. Каждый слой брони блокирует единицу урона, после чего исчезает. Мультиудар, это вот то, что у нас, да, умножает на 2, каждый ход проводит дополнительную атаку. То есть у него 6 здоровья и бьет он 2 раза по 6. То есть мы даже вот эту барышню не убиваем. А они по нам нанесут... Так, они по нам нанесут 2, да, а это просто полечит ее, если она выживет. Так, то есть нам здесь нужно... создать какой-то заслон, я так понимаю. А как это работает? Так, 0. У нас 3 маны здесь, да? 3 угля. Это карты, которые у нас остались. Ну, понятно, вся колода. Это сброс, но он пока пустой, правильно? Правильно. Так, а могу я... Как это работает? А, стрелочками, да. Знакомая для меня история, механика, да? Убить вот эту сначала. Да, замечательно. Просто ее взрываем при помощи факела. Ну, я бы сказал, это какой-то кусок метеоритного дождя. А не кусок, а фрагмент метеоритного дождя. Ваше согласие было... Не успел прочитать, ну ладно. Так, и нам нужно ее теперь... О, смотрите, я что еще заметил. Размеры этажа. 5 клеточек, да? 5 кружочков. Бойцов можно призвать на этаж только в том случае, если там есть место. И у нас сверху подписано, что вот тут 2 слота будет занимать Стюарт, и князь Роголом будет занимать 2 слота.
Ну и князь Рогалом у нас так-то слабенький, его, наверное, надо беречь, поэтому я же смогу как-то их выставлять в нужной мне последовательности. А, ну вот мне как раз пишут, да, вместимость этажей ограничена. Да, пространство, которое займет боец, указывается с помощью значков на его карте. Ну, прелестно. О, да, смотрите, я могу выбирать, вперед или назад. Ну, пусть Стюарт танчит, а мы будем располагаться нашим героем вот здесь. А, у него броня есть, вот десятка, а что-то я ее не видел. То есть сначала спишется броня, потом будет здоровье отниматься. Ну и мы можем на 2 урона бахнуть врагу, да. Все, у нас мана кончилась, конец хода. Двойку бьет, пятерку получает, шестерку получает. И погнала она на следующий этаж. А тут новые враги. Так. На следующий этаж перемещаться вот так, что ли? А сколько этажей это всего? Ага, то есть вот оно пекло и 3 этажа у нас, да, где будут проходить бои. То есть если мы закаленную послушницу здесь не добьем, то она залезет, нанесет урон пеклу, но пекло ответит. Да, пекло умеет обороняться, что не дурно. Так, ну здесь на самом-то деле все вроде бы... Вообще нужно продумывать, я так понимаю, все ходы, да, не спешить метать бисер, метать карты. Значит, смотрите, здесь у нас 6 жизней. Этот товарищ нанесет 5 урона, плюс факелом мы можем добить и добить вот эту барышню. Ну да, то есть мы кидаем. Раз, ставим Стюарта. А кто будет первый бить, кстати, я или она? Непонятно пока, да, как это работает. А, ну и здесь факелом, видимо, добиваем лекаря. Да, все, тоже отходились. Сначала бьют враги. Ага. Так, она ушла наверх. 8 жизней, да? А мы можем сюда еще одного Стюарта поставить. Неважно, куда, я полагаю. Кстати, снизу никто не вылез. И здесь мы можем, во-первых, подлечить раз. И подлечить два. И регенерация, да, восстанавливает одно здоровье в конце хода. Уменьшается каждый ход. Ну, то есть, вообще, одно здоровье восстанавливает и пропадает. Вообще, очень удобная система управления. Я вот включил первый раз, и мне тут сразу же все, в общем-то, понятно. Как-то интуитивно понятно это происходит, все работает. И это всегда, конечно, радует, такие моменты. Так, здесь добили мы эту закаленную послушницу. У босса есть умение упорства. Бой будет продолжаться в этой комнате, пока вы или противник не погибнете. Босс уже пришел. Ну, такой скоротечный первый бой. Так, семерка. А, то есть он не по разу все ударит, и он убежит, а пока, да, все не откинутся, будет продолжаться этот бой. Так, ну нам что нужно сделать? Нам нужно, наверное... Так, подождите. У него сколько урона? У него урон 4, то есть мне их лечить-то и смысла нет, поскольку он с двух атак все равно добивает. Правильно? Что того, что того. Но имеет смысл тогда в него покидаться, наверное, факелами, да и все, и на этом закончить. Ну, смотрим на драку эпичную. Ну, так я его забью. Да, смотрите, какой у нас герой. Супер загорелый паренек, да, супер крепкий оказался. Даже до Стюартов верхних не дошло. Итак, победа, друзья мои, я вас поздравляю. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Как говорится, да? Первая победа одержана. Неплохо, неплохо. Так, победа в бою. Плюс 1000 счет. Не знаю, 1000 чего. Трехходовое прохождение босса 30%, всего 1300. Трофеи 50 монет мне дают. Набор клана и набор союзного клана. Карты будем сейчас что ли выбирать? Набор? Или мне просто их? Ну набор, или мне сразу несколько карт дадут? Как это будет тут выглядеть? Да, выбирать мне предлагают. Так, значит смотрим. Юный бес дает союзным бойцам 3 ярости. Ярость плюс 2 атаки за слой. Уменьшается каждый ход.
призыв срабатывает в момент активации. Умения бойца влияют только на его этаж. А вот это вот уменьшается... Нет, не уменьшается, что у меня... Плюс 2 атаки за слой. Это что значит? Не очень понятно. Так, ладно. Клапан. Наносит 2х урона вражеским бойцам. Ага, то есть сколько у нас маны, умножаем на 2. То есть у нас 3 маны, 6 урона врагам. Ну, такой какой-то вариант, если честно. Облом рогов. Наносит 5 урона. Стоит единичку маны. 5 урона безо всяких х, да? Тут, ну, в общем... Ну, я не знаю, может быть, юного беса взять, чтобы он как-то апал. А как это работает? То есть он будет просто в момент призыва давать атаку тем юнитам, которые стоят на его уровне, и что, после его смерти она... Ну, то есть он дал и все, и она так и осталась до конца боя. Ну, давайте возьмем, посмотрим, как эта механика работает. Так, а это набор союзного клана. Что здесь предлагают? Заточка стоит 2 маны. Усиливает на 4 атаку, добавляет 4 шипов. Измените карту или бойца до конца боя. Боец с шипами наносит нападавшему на него противнику по одной единице урона за слой. То есть у нас 4 единицы шипов и 4 урона при атаке будут получать оппоненты. Стоит дороговато, да? Сок Диколесья. Дает 5 регенераций, восстанавливает единицу здоровья за слой в конце хода. Так, восстанавливает единицу здоровья за слой в конце хода, уменьшается каждый ход. Как это работает? 5 единиц регенерации, то есть она мне дает 5, потом 4, потом 3, потом 2, потом 1, так что ли? Ну это прикольно тогда. Так, цепкая лоза наносит 3 урона, перемещает цель вперед. Ну, наверное, сок Диколесья я возьму. А, кстати, если я не выбираю ничего, то получаю десятку монет, что тоже прикольно. Ну, не знаю. Наверное, сок Диколесья. Видимо, так. Так, и мы приехали на утесы падших душ. Многие встретили свой конец на этих острых утесах. Прибывающий в ад часто надеется протащить с собой свое богатство, но материальные ценности превращают путешествие по этим склонам в весьма опасное предприятие. Так, и нам здесь... Ага, мы выбираем один из двух маршрутов, или левый путь, или правый, да, в зависимости как смотреть, да, с какой стороны... Продавец стали наделяет своих бойцов новыми возможностями. Бойцы — это вот этот как раз бес и стюарты, да, и вот этот паренек красный, как он там, я уже забыл, как его зовут. Знамя пробужденных — получите бойца пробужденных. А, это вот союзный клан. Здесь получите бойца адских отродий и наделите свои чары новыми возможностями. Бойцов или чары? Кого интереснее? Ну, тут я не понимаю, кто будет сильнее, демоны или пробужденные, как адские отродья или пробужденные. Кто будет сильнее, я не знаю, поэтому ориентируемся мы на бойцов или на магию. Ну, у меня магии-то толком и нет, наверное, никакой прям, чтобы она мне как-то приглянулась. Что там улучшать? Эликсир мана у нас есть, да, что-то еще. Давайте вот сюда я поеду. Опять же, не имею представления, куда мне надо. Сначала, наверное, я захожу в бойцов. Так. Нам предлагают двух юнитов. Каждый занимает 3 клетки. Колючий пустой и пробужденный пустотой. Какие-то големы непонятные, да, растительные. Ну, в общем, выглядит довольно-таки странно. Не, скорее растения, облаченные в броню, вот так, да. Так, ладно. Призыв повышает максимальное здоровье на 40. То есть я его вызываю, у него становится 55, что ли. Омоложение дает 2 единицы шипов. Омоложение срабатывает в момент пополнения здоровья, даже если оно максимально. Ага, то есть я карту восполнения, допустим, ему кидаю, да, вот ту зелененькую, у него шипы появляются. И когда его будут атаковать враги, они будут получать от него урон. Боец с шипами, но это мы читали. Так, пробужденный пустотой повышает максимальное здоровье на 60.
Омоложение тут дает плюс единичку атаки и плюс здоровья. Но он посильнее дамажит, пробужденный пустотой. Давайте, наверное, я его возьму. И теперь мы можем пойти улучшить воинов. За деньги. Что характерно, а ты кто? Смотрите, какой кошак. Кибернетический, да? Частично. Пожалуйста, пожалуйста, дайте знать, если вам что-нибудь понравится. Так, ладно, не будем отвлекаться. Что мы можем здесь сделать? Мы можем уничтожить карту. 50 золота стоит. Но это, да, по нашему бюджету дороговато. Обновить вот это, да, список, видимо, обновить. За 50 монет. Так, ладно, мы можем взять камень битвы, взять камень силы. Или просто камень вечности. Что это такое? Когда боец погибает, то возвращается наверх активной стопки. Но дорого стоит. Давайте, наверное, пока камень битвы и камень силы. Так, ну я красного паренька хочу с кинжалами усилить. А его тут нету. Ага. То есть бойцов вот этих улучшают вот здесь только тех, ну, обычные карты, да? Дают плюс 5 атаки, плюс 10 здоровья. Так. И вот нам показывают, да, как это будет выглядеть после улучшения. Слушайте. И 2 всегда, можно 2 раза улучшить юнита. Угу. То есть мы что можем сделать? Мы можем добавить, допустим, одному, да, 15 атаки и 10 здоровья. Или двум разным мы можем накинуть это. Дайте подумать. Дайте подумать. Наверное, двум разным. Все-таки Стюарта давайте какого-нибудь улучшим. Ну, тут я хочу улучшить пробужденного пустотой. Он у нас прям будет сильным таким пареньком, да? По-быстрому, говорит, протру, и все будет хорошо. Так, и здесь мы можем также ему накинуть, будет 30 вообще, 25, да? Или дать какому-нибудь Стюарту, ну и будет просто много атаки у Стюарта, ну побольше. Я даже не знаю, можно, конечно, и юному бесу, но как-то он со единичкой. Слушайте, я мог, смотрите, как беса пробафать по здоровью, да, сделать из него какого монстра. Ну ладно, уже не пробафал, уже не подумал об этом. Так, ну что лучше, Стюарта улучшить по атаке, разогнать одного из, или пробужденного пустотой сделать мощным? Давайте, наверное, Стюарта пока. Не понимаю, что лучше, но тут нужен какой-то опыт, да, для того, чтобы делать осознанный выбор, а у меня его пока нет. Ну и что, мы едем в третий круг ада, биться за право доступа. Шипастые послушники. Эти шипастые враги причиняют боль при физическом нападении на них. Используйте чары, чтобы разделаться с ними, не принося в жертву своих бойцов. Чары, ага, то есть я их буду бить, и мне шипы будут наносить урон как раз. Эту механику, да, я тут посмотрю. Последний рыцарь послушников, это босс. 7 атаки, 110 здоровья. Так, послушник-защитник, смотрите-ка, у него 25 брони, 5 здоровья, он вообще не бьет. Проводница, воровка, усиление, дает 2 шипа, единичку атаки, у нее единичка атаки, единичка... Ага, пока она живет, то есть у стоящих на этаже с ней врагов будут шипы, да, прибавляться. Ну, вроде понятно. Так, механика боя более-менее ясна. То есть, также понятно... Ага, вот она прибавила шипы, да? 2 шипа, это именно она дала. А момент еще в чем? Мне не очень пока... То есть, ясно, что между вот этими картами нужно создавать такую колоду, чтобы была синергия, да? Чтобы карты усиливали друг друга. Но пока, конечно, вообще не понимаю, как это можно будет делать. Так, ну мы убиваем вот эту барышню. Ага. Слушайте, а если он дойдет до сердца, он же не атакует ничего. Сердце его просто уничтожит, да и все. Так получается. Ну что, прямо на первом этаже заслон из мощных ребят сделать? Поставить большого и поставить за ним нашего князя Роголома?
Превью боя включено. Превью показывает, какой урон каждый боец получит во время следующей фазы боя. Красный X подразумевает, что боец погибнет. Ага, ну вот у него 20 атаки, и, соответственно, послушник получит 20 урона, и того у него останется десятка, да, еще? Ну, мы можем поставить вот сюда Роголома. И он, вот, и он погибнет. Ну, правильно, здесь 20, здесь 12. 32, у него 30, да, броня плюс здоровье. Но я так понимаю, если мы сейчас восстановим ему здоровье, будет омоложение, он будет прибавиться ему жизнь и прибавится ему урон. Даже несколько жизней прибавится. Почему 3? Почему-то 3. Ну ладно, не понял, если честно, но хорошо. В общем, тут мы победили. Так, хорошо. Так, а если ему дать регенерацию, он будет тут бафаться по здоровью и по урону, да, получается так? Слушайте, пехотинец послушников. Ну, мне определенно их нужно убивать факелами. И слушайте, а вот тут вопрос: усилить верхний этаж или накинуть сок диколесья, чтобы он тут разбафывал себя? Неплохой вопрос, кстати. Давайте сок диколесья. Я хочу посмотреть, чтобы можно, в кого можно превратить вот этого монстра. Некоторые чары можно использовать только один раз за бой. Карты с эффектом поглощения после использования помещаются в стопку поглощенных. Их нельзя будет использовать до следующего боя. А, стопка поглощенных. Это сок диколесья. А где написано? А, поглощение при наведении, да, было написано. То есть одноразовая карта. Понял. Понял. Понял, принял. Ну, погнали. Так. Ну и разбафывается наш пробужденный пустотой. Это замечательно. А тут что-то к нам вообще враги не пришли. О, а сейчас мы что проверим. Смотрите, сейчас мы ставим стюартов. Так, кстати, подождите, а стюарт... Вот наш мощный стюарт. Его мы ставим, соответственно, назад, я думаю. Чтобы он дольше жил. Да, вот так делаем. И вот, и он... А почему так много-то? Почему плюс 3 должно быть 8, а он плюс 6 делает? Почему? Потому что их двое? Почему? А, плюс 2 за слой. Потому что мы на втором слое, что ли? Не очень понял вот этот момент. Ну ладно. Давайте бафаться. У нас два слоя таких прям нормально защищенных. Смотрите-ка. Ну, продолжает наш пустой себя неплохо чувствовать. А, все, да, мы выигрываем, мы его убиваем. Слушайте, ну, давайте тогда не будем тут ничего выдумывать. То есть конец хода и все. Ничего себе, какой танк у нас появился в команде. Ну да, там же еще навешивает наш загорелый паренек. Короче, у этого мечника нет шансов. Хотите ускорить ход боя? Нажмите кнопку скорость игры в верхнем правом углу. Слушайте, но я пока на анимацию посмотрю, с вашего позволения. Вообще мне нравится. Вы знаете, пока то, что я вижу, мне очень нравится. Не знаю, как там будет дальше. Но первое впечатление вообще неплохое. Так, победа в бою 1500, опять 30%. И опять мне дают деньги и два набора. То есть сейчас мы еще картами обзаведемся. Тут же еще какой момент. Когда ты набираешь карты в карточных играх, нужно, чтобы колода не была очень большой. Интересно, здесь будет момент, ну, как-то возможность удаления лишних карт? Ну, наверняка она должна быть предусмотрена. Так, ладно, смотрим, что нам дают здесь. Скрытый проход поднимает одного бойца вверх, да, в общем, на этаж. Облом рогов. А, смотрите, тут наносит 5 урона, игнорируя броню и щиты. Вот это интересно. Так, линяющий бес наносит 5 урона вражеским бойцам.
в момент активации. То есть я его вызываю, и всем, кто стоит на линии 5 урона, слушайте, ну мне вот, кстати, и облом врагов понравился, но я все-таки хочу вот этого бесенка. Прям он мне что-то как-то прям кажется таким сильным достаточно. Так, здесь у нас дают 3 карты на выбор, набор союзного клана, и обратите внимание, все 3 бесплатные, да, для нас. Улучшитель стали усиливает бойца на 3 атаки и 3 здоровья ему дает. Укол. Наносит переднему вражескому бойцу 5 урона. Возьмите плюс 1 на следующий ход. Плюс 1 карта у нас будет, да? 5 урона переднему вражескому бойцу. Цепкая лоза наносит 3 урона, перемещает цель вперед. Давайте вот так, это мы если нашего родного паренька бафнем, для него же это будет плюс 6 атаки, да, то есть он атакует дважды. Да, хочу улучшить листали. И мы в следующую область попадаем. Останки болотного червя, смотрите какой эпик, ничего себе, забавно. Говорят, что болотный червь был одним из великих титанов, создавших круги ада, но он умер задолго до того, как я начал строить железную дорогу. Останки болотного червя создали круг, полный запустения и развалин. Идеальное место для обитателей ада. Так, опять мы выбираем дорогу. Что у нас здесь? Бойцов наделяем новыми возможностями. Пробужденных, да? А вот эту я могу взять из любого, да? Из любой ветки, я так понимаю. Что отсюда, что отсюда. Так, артефакт. И восстановите 20 здоровья... Пекло. Слушайте, ну мне пекло у меня здоровое. Вообще-то вот сюда бы, наверное, ехать. Но я хочу посмотреть, что такое артефакт. Я пока не имею представления. Поэтому, наверное, давайте мы поедем и посмотрим. Все-таки у нас знакомство с игрой. Мы только разбираемся с местными механиками. Поэтому давайте посмотрим на что-то для нас новое. Так, выберите артефакт. Плюс 3 к силе магии. Это то есть все заклинания станут сильнее на 3 единички, да? Плюс 3 здоровья. Все союзники получат плюс 3 здоровья. Так, а у нас... А, и лечить будут больше. А тут больше здоровья. Дайте-ка подумать. Ну, мы не сказать, что тянем за счет заклинаний-то, да? Ну, хотя вопрос большой. Пропустить, кстати, здесь 25 денег нам дадут. Ну, нет, конечно, мы будем брать артефакты, не деньги. 25 монет – это очень мало. Ну, давайте плюс 3 здоровья, что ли. Останки пекла, ну, не плюсуются, к сожалению. Больше 80 быть не может. И тайные пещеры мы посетим. Что это такое? Давайте смотреть. Поезд туда заехал, да, и... Минуя кладбище поездов, вы замечаете несколько погибших товарищей. Внутри махин из искорёженной стали покоятся погасшие осколки пекла. Еще дальше среди обломков вы видите остатки сохраненных сокровищ. Возможно, если вы разожжете осколки пекла с помощью собственного, эти поезда откроют вам свои дары. В каком из поездов вы хотите заново разжечь осколок пекла? Малый осколок. Потеряйте 3 здоровья пекла, получите камень сердца. Усиливает бойца, добавляя 25 здоровья. Так, средний осколок. Получите кровь за кровь. Ваше пекло восстанавливает 5 здоровья, если убивает бойца. Так, и крупный осколок. Получите окаменелое сердце. Союзники получают 10% и жесткость. Нельзя лечить. Слушайте, а я хочу лечить союзников так-то. Можно одного бойца, да, будет усилить. Вот насколько вот это интересно, не очень понятно. То есть, во-первых, у меня никто туда к пеклу не попадал. А если туда враги не доходят, то какой смысл в этом? Слушайте, давайте я малый осколок возьму. Усилю здоровье одному из бойцов. Так, кому, да, вопрос? Линяющий бес. 29 здоровья, обалдеть. Не, ну не линяющему бесу, конечно. Ну что, продолжаем нашего супертанка бафать. Если они дерутся с боссами в конце, ну ему такое вот, да, происходит у боссов, есть вот это бой до победного, то ему вот такое усиление прям очень, мне кажется, зайдет хорошо. Ну да, давайте мы пробужденного пустого улучшим.
Будет он у нас в таком уже окончательном виде. Осколок пекла мерцает, оживая, устраняет последнюю преграду на пути к сокровищам. Но когда вы уходите, осколок пепла вновь угасает. На этот раз уже навсегда. Остались только вы. Слушайте, знаете, что я понимаю? Что каждый новый раз, каждую новую игру, вот эти карты, вот эти все бонусы, артефакты, все, что мы получаем, будет рандомным. Не знаю, как насчет врагов, но вот это наверняка будет рандомно, и каждая следующая игра будет отличаться от предыдущей. Те будут давать новые карты, новые бафы. И слушайте, любопытно. Вот чем дальше, тем больше мне это нравится, честно вам скажу. Точно я не жалею, что смотрю эту игру. Очень неплохо. Так, Дедал, этого отставного профессора, пытающего защищать Серафима и Крылатых, охраняют создание с крепкой броней. А чё Икара с собой не взял? О, Дедал, ты изменился. Так, ясно. Кованая печать. Взрывающиеся конструкты входят с защитой от урона. Отменяет следующую попытку нанесения урона. Ну, пока не очень понятно. Дедал 8 атаки, 250 здоровья. А где его защитники? Кто тут будет? Не показали мне почему-то. Или только вот эти конструкты какие-то, взрывающиеся конструкты. Ну, понятно. Смотрим, что это такое, пока тоже непонятно. Нет, смотрите, враги. С таким сильным боссом, как Дедал, вы еще не встречались. Он запросто перемещается между этажами, но может попасть под удары, если их освободить от врагов. Ага. Так, осторожнее с триггерами. Эта бомба была взведена, и в свой ход она взорвется, нанося урон. Наведите курсор мыши на фиолетовый триггер, чтобы увидеть описание его свойств. Срабатывает во время хода этого бойца, исчезает, нанося 10 урона переднему бойцу врага. А у нас тут нет никого, то есть никому урон не будет наноситься. Так, ну тогда это меня радует. Слушайте, а можно, короче, нажимать на стрелочки, а можно колесиком мышки, что логично, проматывать. Ну да, вообще очень удобная история. Так, ладно. Гидал. Дедал. Так, хорошо. Линяющий бес. Я могу его выставить и вот эти вот откинутся, ребятки, правильно я понимаю? И он даже не умрет от атаки вот этой барышни. Так, кто у нас еще? Стюарт есть. Есть наш пробужденный пустотой. Его бы тоже неплохо начать бафать. Слушайте, может быть, мне имеет смысл героя поместить сюда, на первый уровень, а вот этого на второй? Почему бы и нет? Как-то, чтобы и там были сильные ребята, да? Ну, можно попробовать, на самом деле. Так, то есть, что я делаю? Я, прежде всего, линяющего беса тестирую. Да, смотрите, как хорошо. Двадцатка здесь остается. Так, я могу же сюда еще поставить и Стюарта перед нашим князем Роголомом, да, чтобы он спокойно себя чувствовал. Любопытно, кстати говоря, любопытно. Так, но у меня... у меня осталось два угля, да, поэтому одна из карт не будет использована. Так, ну давайте бесплатную. А тут вопрос, я могу вызвать пробужденного на второй уровень, скажем, и усилить его, или поставить Стюарта на первый. Усилить вообще это интересно, Стюарт. Или Стюарта на первый. Нет, давайте мы пока усилим нашего пробужденного пустотой. Очень сильный, кстати, товарищ, прям нравится мне так. Ну и конец хода. Да, бомба выстрелила, урон ушел в молоко, бомба самоуничтожилась. Здесь барышня атакует, уходит наверх, ну и там ее наш пробужденный примет. Ага, Дедал переместился уровнем ниже, выставил бомбу. А я могу ее уничтожить, кстати, или нет? Мне хватит выстрела?
Нет, защита от урона у нее есть. Ага. Слушайте, ну надо ее доломать тогда уже, наверное. Здесь два урона я получу от этой барышни. Сок, да, Леди Калейс, я могу, соответственно, пробафать. Так, а могу вообще здесь жизнь восстановить? Так. Дайте понять, как лучше сделать. Если здесь жизнь восстановлю, то, соответственно, не получит урона мой герой. Тут пострадает, но чуть-чуть пострадает. Так, сок Диколесия пока будет сброшен, но потом, наверное, ко мне вернется. Так, а почему все равно получит урон герой? Ну-ка. Но он же не должен получать. Да, не получает, все правильно. Я думаю, может, я не понимаю, как это работает. Нет, я понимаю, как это работает. Так. Так, усиливать я буду... Кого я буду усиливать? Дайте-ка мне подумаю. Так. Можно усилить вообще вот этого парня, да? Он у нас будет принимать тут основное участие в этом бою. Делай раз, чтобы поменьше, да, он с него списывал. Делай два. И здесь я подставлю Стюарта под... Ну, просто получится расходный материал, правильно? Вот так. А вот этого Стюарта мощного я поставлю наверх за пробужденным пустотой. Он будет оттуда еще и дамажить. Слушайте, ну так хорошо должно быть. Конец хода. Так, это понятно. Отъезжает перегревшийся подмастерье. По Дедалу я не наношу урона, это не очень здорово. Так, он вот появляется. Ну ладно, может быть не очень и не очень. Так, здесь мне не нужно, чтобы ходил вот этот паренек определенно. Здесь вот так делаем. Прибавляем атаку, да, плюс прикрываем нашего роголома. Ну и давайте продолжать бафать нашего... танка. Да, ну тут уже более серьезный бой, определенно. Нападает. Здесь затанковал наш малыш, да? Тоже бомба. Конечно, очень мне не нравится, что эта бомба... Что эта бомба не уничтожается одним факелом. Конечно, это было бы интереснее. Так... Ну и Дедала, 15 урона прилетит от нашего голема. Здесь, кстати, у нас еще есть две клетки. Так, делай раз. Теперь. Теперь. Прикрыть я его не могу. От взрыва, да? Да, прикрыть от взрыва не могу. Это не очень хорошо.
А здесь могу полностью зачистить уровень, да? Да, добить, соответственно, вот эту вот закаленную послушницу, чтобы она уже вверх не шла. Здесь очень больно у нас бомба прилетает, но и пятнашку мы снимаем с нашего врага, да? С босса. Кстати, обратите внимание, исчез бесенок, да, который здесь был. И у нас уменьшилось... И у нас уменьшилось количество атаки. Так, здесь он будет... Уже все, пошел бой. 57 урона я ему нанесу. Слушайте, надо большого бафать, я думаю, и все. То есть первый этаж он у нас отбивает, судя по всему. А здесь я бафаю нашего суперпарня. То есть, если уж тут мы, да, 57 урона сносим вот этими ребятками, то тут наш танк разберется. Да еще и Стюарт его усиленный будет поддерживать. Ну да. 36 урона он наносит. Конечно, он должен там разбираться совершенно спокойно. Ну, слушайте, да, здесь сейчас победят, кстати, нашего героя. Ничего с ним не случится, он будет доступен для нас дальше. Оу. Что это ты сделал? А, ну типа уровень для нас недоступен, да? Этаж один. Понимаю тебя, понимаю. Так. А, ну здесь, здесь можно ничего уже не придумывать. Вот мы видим, что он проигрывает. Просто завершаем ход и все. Ну да. Тут, в общем, без вариантов для Дедала. Можно сказать, отлетался. Дедальчик. Ну и все. Прости-прощай, дружище. Да, тут уже тяжелее, ну и классно как. Ну, опять здесь... А, вот смотрите, убил на втором этаже и дали не 30 бонусных, да, очков, а 20%. Все, а убью, если на третьем, дадут 10, а если убьет, добьет сердце, то вообще ничего не дадут. Монеты, понятно, редкий набор, непонятно. Что такое призыв бойца, драфт основного или союзного клана? И важные улучшения. Тоже пока мы такого не видели. Ну, с деньгами ясно. Редкий набор. Так. Что нам предлагают? Круг жизни усиливает бойца на 10 здоровья, добавляет 3 шипов. Но стоит 3 маны. Я не уверен, что могу себе это позволить. Ничего не стоит, восстанавливает здоровье союзников до максимума. Чары влияют на один этаж. Ну, такое себе. Песнь заклинателя. Обращаем внимание сразу, что есть поглощение, то есть одноразовая, да, история. Усиление. Измените карту или бойца до конца боя. Возьмите бойца и усильте его на 20 атаки и 20 жизни, снизив цену до нуля. То есть она берет бойца с уровня, усиливает его и обратно его тут же выставляет, что ли? Ну, звучит вообще очень сильно. Не знаю, как это будет на практике, но проверим. Так, призыв бойца, тот самый драфт, да? Так, рогатый воин, 7 здоровья. А, ну здоровье повышено за счет того, что у меня броня дает плюс 3, да. То есть так было бы 4 здоровья, 30 атаки. 2 ячейки занимает, стоит единичку. Сталевар получает 5 брони, срабатывает после боя. Решимость получает 5 брони. А после боя получает 5 брони, то есть каждый следующий раунд у него будет плюс 5 брони, что ли, так получается. Вот этого парня, кстати, вот мне он что сразу нравится, его неплохо бы так ставить за нашим танком, и оттуда 30 урона будет влетать. Выглядит сильно. 5 брони, ну, я не знаю. Слушайте, давайте рогатого воина. Просто анима воли, но она девятку бьет, 6 здоровья. Я, если честно, не понимаю прикола вообще. Также две клетки занимает. Допускаю, что я что-то не понимаю, но... Так, важное улучшение. Выберите усиление. Совесть Фэл. О, плюс 1 мана вход. Ваше пекло получает 10 атаки и 30 здоровья. Ну, она от всего получит 10 атаки и 30 здоровья. Так, тут плюс 1 мана, тут...
Берите плюс один каждый ход. Плюс одну карту каждый ход. Так. Ну, видимо, плюс одну карту. Почему-то не расшифровывают. Везде тут расшифровывают, а тут нет. А, ладно. Размеры. Плюс один размер бойцов можно призвать. Ну, понятно. То есть у нас по 5 ячеек на этаж, а будет 6. Что лучше, маны или размер этажа? Размер этажа, по идее, да, мы можем собрать там более сильную команду. Но мне больше нравится, на самом деле, цвет Серафима. Так, навскидку. Ну, давайте. Возьмем. Пока идем нормально. Идем ровно. Приезжаем в четвертый круг ада. Восковые арки. Этот залитый войском пейзаж украшают постоянно растущие арки, образующиеся из останков тех душ тающего агарка, что пытались добраться до его вершины в поисках сокровищ, которые, как говорят, там хранятся. Выжившие возвели по всему кругу молельные дома. Они служат пристанищами тем, кто хочет расстаться, растаять быстрее или не желает таять вовсе. Мощное описание, тоже мало что понял, но вот. Так, что мы получаем? Выберите и удалите из своей колоды две карты, кстати говоря. Чары новые возможности, 20 здоровья пеклу. Здесь создает копию любой карты, если это не герой. Получите бойца адских отродий и 75 монет. Так, темная кузница, усильте героя. То есть здесь мне не очень нравятся останки пекла. У меня и так оно почти полное, да. То есть это уйдет в молоко. Здесь, ну, монеты, они в молоко-то точно не уйдут. Чары новыми возможностями. Две карты можно удалить. Так-то неплохо. Но я поеду вот сюда. Я бы хотел, знаете, бесенку-то удалить первого, которого взял. Не который урон наносит, а который бафает атаку. Если честно, я не очень вдохновился им. Хотя возможно, что я его неправильно просто использую. Так, берем деньги. Знамя адских отродий. Получите. Воу-воу-воу. Ничего себе. 50 атаки, 50 здоровья, но 4 маны. 4 маны. А такой у меня уже есть. Слушайте, ну мне, может быть, где-то ману дадут еще в будущем. Он 3 клетки занимает. Слушайте, ну я, наверное, демона изувера возьму. Я понимаю, что я его не могу использовать, но такой второй мне, может быть, и не нужен. А этот, ну, на вырост. Получается так. Ну да, давайте я его возьму. Копию любой карты, если это не герой. Прям любой, да, из колоды. Вот этот мне как-то не очень зашел. Так, копию любой карты. Можно, кстати, вот этого скопировать. Очень сильный паренек. Ну, кстати, выглядит очень неплохо. Очень дельно, да, вот этого скопировать. Можно скопировать поглощение, да, и просто сбафать сильно наших ребят. Угу. Слушайте, ну, вопрос. Нужен мне еще один такой большой и сильный? Ну, вообще нужен. Вот этот-то у меня как бы есть, но его я не могу толком использовать. Ну и вот это, конечно, классная карта. Ну нет, давайте я все-таки пробужденного пустотой еще, наверное, одного возьму. Или все-таки вот это. Ой, слушайте, как сложно-то, да? Как непросто. Нет, давайте я возьму большого. Удвоение. Отлично, 24 карты в колоде. И усильте своего героя. Драчун 2 или угроза. Так, здесь броня 15, мультиудар 2. То есть будет бить 3 раза по 6 на 18. Да, здесь броня 10, мультиудар 1. Но убивай появляется способность, срабатывает при нанесении добивающего урона, дает 10 брони месть. Ярость. Плюс 2 атаки за слой. Уменьшается каждый ход. Так. Я пытаюсь понять. Если я буду добивать противника, то у меня атака, что ли, будет расти? Слушайте, ну тут все понятно, но я хочу вот эту взять. Ну, во-первых, тут урона больше.
30 против 18. Здоровье больше. И еще, возможно, и атака будет расти. Ну, если я правильно понимаю. Давайте вот так и посмотрим, как это в бою будет работать. Бой, враги нас ждут. Не пишут даже какие. Стесняются. Бескрылые мучители. Проходите испытания, чтобы рискнуть ради награды. Еще одна механика какая-то новая. Активация испытания повышает сложность боя, но в случае победы вы получите больше призов. Так, ну давайте с врагами разберемся, а потом с испытанием. Пусть это и молодые рекруты бескрылых, но они вполне способны покарать вас, если с ними поскорее не разделаться. Дикобразу. Это босс, да, 12 атаки, 300 здоровья. Бескрылый страж. 5 атаки, 75 здоровья. И... А, бескрылый страж, это вот. А это искупитель у нас. Одна атака, 5 здоровья. Добавлена карта, тяжесть покаяния. Ликвидация, резерв. Ваше пекло получает 3 урона. А... Понять бы еще, что это значит. Если я не уберу вот эту карту стоимости в одной маны, то мое пекло получит 3 урона, так что ли? Если он выживет, да, судя по всему, в конкретный ход. Так, ладно, посмотрим, что это такое. Мана у нас и так не густо, а тут еще такой паренек, да? Давняя ненависть. На бойцов врага при входе накладывается 2 защиты от чар. Дополнительная награда 150 монет. Это немало, 150 монет. Так. Смотрите, ну у них здоровья много, у меня какие чары есть? У меня есть факел, да, вот, к примеру. Но он на единичку все, на 2 единички баф, то есть я даже искупителя не убиваю с его помощью. Давайте я соглашусь, у меня нет чар-то дамажащих, серьезно, поэтому... ну как-то да, дикобраз, а дикобраз еще и девушка, я так понимаю, ужас какой. Ну, я к тому, что вроде как рай представляют вот эти вот ребята, небеса, а тут такие девушки ходят, да? По замыслу создателей игры. Так, ну что, давайте с испытанием челлендж. Погнали, посмотрим, что у нас получится сделать. У нас, благо, большой еще один появился. Нам написали название трека, который работает. На бойцов врага при входе накладывается 2 защиты от чар. Ну, это мы поняли. Так, вот если я его не убиваю... А, ух ты, ничего себе здесь парень какой. 50 брони, 10... Здоровье. Так, 20 тут и 30 тут. А, так... Я его все равно не добиваю. Смотрите-ка, ничего себе. Вот это паренек. Тогда я делаю, знаете как? Мне, я так понимаю, если я правильно все понял про вот эту вот способность добивай, мне нужно именно добивать врагов. Соответственно, я ставлю на первом уровне. Так, сейчас. Вот этот какой? Этот обычный, да? Я ставлю вот так Стюарта. За его спиной ставлю вот так вот большого парня. Нашего героя я ставлю вот сюда. И... начинаю прокачивать нашего основного танка. Думаю, как-то так. Тяжесть покаяния. О, а это что такое? Коллекционер. Угасание срабатывает в момент гибели. Дает 75 золота. А, если его убить, мне 75 монет дадут. Сбегает после боя, если не ошеломить. Так, а вот карта... Если я ее не разыграю, то у меня сердце получит 3 урона. Кстати, у меня вопрос, а почему я его добиваю? У меня вроде как тут тридцатка.
урона, да? А у него 24 щита и 10. Не очень понятно, если честно мне. Давайте, знаете, что сделаем? Мне вот этого паренька надо убить, я так понимаю. У него щит был. Оу. Ой-ой-ой. Так, ладно, денег надо заработать. И вот эту карту я тогда не буду разыгрывать. Получу 3 урона. Ну, посмотрю, как это работает, кстати. Но я так, да, получу, понимаю, что получу урон. В конце хода срабатывает. У меня остается немножко здесь еще. А, так. Да, вот оно, 3 урона. Ага, и новые набежали. И опять тут тяжесть эта, да? И карта, которую я не могу разыграть. Кстати, Оленяющий бес, ты его должен побеждать. Так, ну это я определенно ставлю вот этого парня сюда. Слушайте, еще что ли принять урон? Что-то у меня как-то не вытанцовывается. Просто если я приму урон... Вот сюда я могу призвать линяющего беса. Так... Так, тут десятка здоровья, да, пятерка и шестерка. То есть, если я его... А, всего 11, лечить бесполезно его. Могу сбросить карту, вот эту, чтобы не получать урона. А могу нарастить немножко атаку пробужденному пустотой. Одному или вот этому верхнему, да. Слушайте, ну давайте мы пока получим урон. Мы видели, что встречаются, как назвать, интерактивные объекты в зонах вот этих кругах ада, которые позволят восстановить здоровье пекла. Так, но будем бафать нижнего. Вот так. Ну и конец хода. Да, 3 урона еще, это ясно. Так, по крайней мере, мне сейчас ничего не дебафуют, да, здесь, ну, в плане, не пытаются нанести урон пеклу. Так, смотрим, что у нас сверху. Угу. Мне по-хорошему не надо допускать, чтобы к пеклу кто-то попадал, поэтому... А, так, у меня у них защита же от магии. Точно. То есть тут я все равно впитаю еще шестерку урона. Да, не очень хорошо этот бой провожу. Прямо скажем. Здесь я могу, по крайней мере, просто убить его вот так. Переднего. Так, стоп. Нет, не обязательно. Я могу сейчас поставить, скажем... Стюарта вот сюда. Да, и тогда я убиваю обоих. Ну, правда, получает урон мой пробужденный пустотой.
Так, здесь можно вот этим бесенком от кого-нибудь прикрыться, да? Мана все равно здесь не работает. Так, этот, соответственно, ну давайте вот этого прикроем. Делай раз. Делай два. Как-то так. В броню впитал наш основной паренек. Угу. Краткая передышка, я понял. Я понял, так. Во, мы можем его усилить, посмотреть, как это работает. Давайте нижнего хочу усилить. Так, сейчас, секунду. А, не понял, а почему рогатого воина? Любую карту из колоды, что ли? Слушайте, ну, 50 урона так-то. И мы можем его вот сюда поставить. Так, сейчас я еще подумаю, куда его поставить. Подождите. Еще надо подумать. Он ничего, да, нам обойдется даром, призыв этого товарища по понятным причинам. У нас либо две регенерации, либо мы можем прикрыть стюартом нашего героя основного. Так, сейчас, дайте сообразить. Наверное, так, сейчас, секунду. Здесь у нас, то есть мы можем вообще здесь всех, по идее, добить, принеся в жертву вот этого стюарта. Правильно же? Да, но вообще я хочу получить, наверное, вот такого дэмэдж-дилера для битвы с боссом вот здесь на первом уровне. Давайте, наверное, вот так. Здесь просто я... защищаю нашего героя и регенерацию куда? Давайте в нижнего, он у нас будет танковать-то прежде всего. Поехали. Ну здесь минус. Наш стюард, это ясно. Ну и вот он пришел, босс, правильно? Дикобраз. Его мы убиваем. Так, ну я, собственно, и сделать-то ничего особо не могу. Но вот это я выкидываю, вот так это работает здесь. Давайте бахать нашего танка. Определенно. Здесь защита от чар списывается, это ясно. Так, ну и все, поехали. Я ставлю на то, что босс не выйдет с первого уровня. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Неплохо, неплохо. Так, ну по нему, конечно, мощно заряжает вот этот вот, соответственно, босс, да, сам. Единички-то сзади, это все ерунда. Ну да, слушайте, не выйдет он с первого уровня. А, ну нам босса надо убить, нам остальных-то и не надо добивать. Ну неплохо, челлендж мы выполнили, мы прошли очередной бой. 6 урона получено. А, смотрите, а вот тут минусуют за это, да, то, что мы получаем урон по нашему пеклу. Осколку пекла. Бонус при испытании был, вот они, бонусные монеты. И карты. Слушайте, вот этот прикольный паренек, мне нравится 5 урона вносить, если они от маны-то не защищены, да, от магии. Очень неплохо. Так, боевой ритуал. Ну, дорогой он, так-то 8 ярости, это хорошо. Скрытый проход. Вот я чувствую, что вот этот вот подъем, да, на этаж, это сильная штука, но я пока не очень понимаю, как это должно работать вообще. А если я не понимаю, как это должно работать, ну, какой смысл, соответственно, да, это делать? Давайте линяющего беса я буду брать. Так, здесь еще можно усиливать бойца. Заточка все та же, но дороговатая для нас. И укол.
плюс одна карта на следующий ход. Что взять, усиление или укол? И то интересная, да, история. Мне не нравится, что переднему бойцу, да, 5 урона наносится. Нет, давайте, наверное, усиление я еще одно возьму. И мы смотрим, куда мы попадаем. Пятый круг ада, замерзшее море Стикс. Стигийская стража охраняет глубины ада, заняв позиции на дне моря Стикс. Теперь это море, где заточен безымянный титан, скованный льдом. Пока что он спит, но может вырваться из плена, если воды растают. Так, и мы идем куда? Вот, кстати, мы можем восстановить пекло, да? Плюс бойцов наделить новыми возможностями. И артефакт. Арты здесь, ну, любопытные. Вот я считаю, плюс 3 всем это сильно. Что-то интересное. Тут, ну, тут непонятно, что мы найдем. Тоже какую-то штуку любопытную, да? Подборка артефактов. То есть можно купить артефакты. Давайте через тайные пещеры пойдем. Все-таки любопытно, что это такое. У нас и деньги, кстати, есть. Ну да, давайте смотреть, что предлагают и сколько это стоит. Недешево стоит. Уничтожение карты, кстати, есть вот у этого котика. Новый котик, любопытно. 50 денег стоит, да? Обновляет товар случайным образом. Ваше пекло получает плюс 40. 185. Ваше пекло получает 15 брони в начале каждого хода. Милость крылатых. Враги получают минус 1 атаку. Враги минус 1 атаку. Такое себе на самом деле. Там у врагов бывает такая атака, что минус 1 не так, чтобы сильно решало. Стоит в пекло вложиться? Плюс 40 жизни, плюс 200... Плюс 15 брони в начале каждого хода. Я думаю, что стоит. Вы знаете, особенно вот это точно. Плюс 15 брони в начале каждого хода. Это очень сильно. А плюс 40 жизней, я не уверен. Может быть, обновить товары и посмотреть, что еще будет? Давайте, наверное, да. Воу-воу-воу, я как представитель одного из, ну, в общем, древнего народа начал читать справа налево, а не слева направо. Но это очень круто, вы посмотрите. Вечное пламя, минус 2 маны к стоимости бойцов. Я, во-первых, смогу призывать того большого демона, а остальные бойцы у меня бесплатными будут. Так, ладно, это я возьму практически... ну я тут только что-то одно могу купить, да? Пекло получает плюс 15 атаки, тоже классно. При использовании чар стоимость остальных чар в руке, обладающих меньшей ценой, снижается до нуля на этот ход. Ой-ой-ой, хочется, кстати, и дар кузнеца взять, и вечное пламя. Давайте вечное пламя. Да, вот так, ну и уходим. Уничтожать карту за деньги не будем. И что у нас? Пещеры? Смотрим, что в пещерах. Ну, сюда я определенно не зря заехал. Сундучки какие-то. Из тающего льда проступили два сундука. Оба сундука защищены странным запирающим механизмом, который, судя по всему, можно открыть осколками из пекла. Но самый красивый сундук, судя по всему, будет сложнее открыть. Готовы потратить часть осколков пекла, чтобы добраться до содержимого. Ну, я что-то не уверен на самом-то деле. «25, да, если мы спишем?» Это у нас пятый круг. Слушайте, ну... В принципе, можно рискнуть, и будет возможность отличить его, я думаю, еще. А деньги мы по-любому потратим. Найдем, куда потратить. Давайте, ладно, немножко у нас тут... Пекло наше пострадает, но оно у нас защищено теперь броней, если что. Поэтому да, давайте отправляться. Кстати, и вот если бы я знал, что будет эта броня, помните, мне предлагали выбрать там бонус, чтобы оно каждый ход восстанавливало 5 здоровья. Это, кстати, прям имба же, имбовая. Так, стоп. А мы же можем сейчас вот сюда зайти и докупить, к примеру, дар кузнеца. Усилить наше пекло, чтобы оно
сколько, 45 урона наносило. Мне кажется, оно того стоит, вы знаете. Мне кажется, оно того стоит. То есть пока у нас к пеклу никто не прорывался, но если прорвется, то оно будет у нас бафанное-забафанное такое прям, да? Да, жаль, оно не восстанавливает, конечно. Ну ладно, что уже об этом говорить. Скрытая атака. В ваш поезд проникли проворные бескрылые. Чтобы разделаться с ними, используйте чары и верхние этажи. Испытание. Печать небес. Поднимаясь выше, враги и небоссы полностью восстанавливают свое здоровье. Дополнительная награда – случайный артефакт. Так, а что за враги-то здесь? Бесшумная мечтательница. Незаметность в бою не является целью. Слой эффекта исчезает каждый ход. Так, здесь 65 здоровья. 5 атаки. Поднимаясь выше... Незаметность 1. На первом уровне, что ли, они будут незаметными, а дальше она с них спадает, но это не страшно. Так, а ты кто? 4 атаки, 500 здоровья. Каждый ход проводит дополнительную атаку. Одну. Слушайте, да у меня сердце должно всех тащить, вот этих врагов. Давайте мы берем испытание. Хочу еще артефакт. Ну, будем смотреть, как это работает. Но, если честно, у меня сердце такое... Получилось вроде как не слабое, что... Ну погнали, смотреть, что из этого получится. Это, конечно, авантюра в некотором роде. Но давайте будем посмотреть. Ага, то есть сейчас я их... По ним не могу бить. А если у меня тут никого не будет, они просто пойдут выше? Или они вот так мне заморозят уровень, как это делал босс? Давайте заодно и проверим, да? Так, ну-ка подождите, а сколько жизней? 2. О, то есть он их должен убивать. Опа, как вам это, девчонки? Ну норм, так-то норм. Так, ладно, тогда... А вот здесь мы сейчас заслон сделаем мощный. Большого и тебя назад. Давайте-ка мы попробуем их объединить. И Стюарт здесь наш усиленный. Ну, можно... Так, ну, прежде всего нам надо спуститься и, скажем, вот сюда тебя поставить. Ну да, такой первый ход. Вот оно. 75 монет. Да? Но у него, похоже, есть... Как это называется? У него, похоже, есть защита опять. Да, я вот не очень разобрался с защитой, если честно. Так, ну в любом случае я его смогу добить, скажем, сначала... факел вообще 2 единички-то наносит. Ну, мы сможем разрядить ему щит. Он, по идее, нет, он типа снимает. То есть мы туда кого-нибудь ставим, кто должен его добить, да? Очень мне нравится, что у меня все бесплатные стали. Так, ладно, здесь 0, 5, да, атаки у тебя. Слушайте, ну тут вот сколько будет у него? 60 минус 15, 45. То есть первого мы убиваем, этот идет выше, но мы не боимся, если он дойдет до сердца на самом деле. Правильно же. Так, я хочу. Что я хочу? Я хочу поставить вот сюда вот этого паренька, забафать тут всем атаку. Если что. Плюсы ему самому. И так, первый этаж делать что-то на первом этаже? Наверное, пока нет. Ставим здесь Стюарта. За его спину прячем демона. Так, у нас еще 3. На самом деле не 3, а еще и 3, да, 3 угля. Так. Здесь мы, соответственно, бафаемся дополнительно. Здоровье будет восстановлено. Надо было, кстати, проверить, по нему пробить. Ну ладно.
Здоровье восстанавливается, да, а мана... А не мана, точнее, а броня-то, наверное, нет. А проверим. Плюс 75 денег, приятно. Эх, не зашел мне, как его зовут? Бесенок-то наш, да? Который 5 урона наносил. Ну да ладно. Так, да, броня не восстанавливается, это неплохо. Можно демона сюда поставить, но он тогда примет в себя какой-то урон. Нужно ли мне это? Вопрос, на самом деле. Можно поставить большого, этого они разберут, а на следующий ход демонов выпустить. Я даже не знаю, нет, на следующий ход может... Они тогда пропадет же карта, да, и потом когда только еще вернется. Так, ладно, здесь мы продолжаем бафаться. Так, здесь мы продолжаем бафаться, а здесь кого? Ну, давайте на демона посмотрим. А, мало угля. Все, все, я понял, я потратил. Ну, тогда вот так. Тогда вот так и... Вот здесь снимем защиту. Погнали. Незаметность спала. Этот наверх пошел, восстановил здоровье, но не восстановил броню, правильно? И пришла еще одна тут невидимая, но к нам пришел линяющий бес, который ее заборет. Оп, есть. Так, ну у нас основной это уровень обороны вот здесь, поэтому мы можем... Вот так сделать. Вот так сделать, да, чтобы они меньше по нему били. Ну и тут продолжать набафывать нашего вот этого товарища. Мне бы какое лечение помощнее. Я так понимаю, что вот эти вот... наш вспомогательный клан, как он называется, союзный клан пробужденный, они вообще по лечению должны специализироваться, да? Это же их магия, вот это вот восстановление, но она слабенькая. Как и наш факел. Должно быть что-то более мощное. Так, смотрим. Мне на самом деле любопытно вот с этим, что будет. Он у нас уйдет наверх, и там, по идее, наше сердце его и прихлопнет. Как же это работает? Здесь мы немножко урона принимаем. А почему... А, 76, у меня и было 76, правильно? Да, то есть он впитал в себя броня, его атаку. Так, ну-ка. В начале каждого боя, то есть вот это вот весь бой. Все, я понял, я думал, каждый раз, когда к нему кто-то туда добежит. Нет, это немножко другая история, слушайте. Слушайте. Так, ну этого-то мы сейчас здесь добьем, это понятно. Кстати, баф юного беса свалился опять куда-то. Вот это я не понимаю, почему так работает, я вам честно скажу. Так, ладно, надо подумать, что я делаю. Я усиливаю своего основного. Ну, понятно, что он сейчас отъедет. Тебе даем регенерацию. Так, здесь Стюарта выставляем. Ну, сначала... Давай вот так. Ну, и тут единичку просто, чтобы не пропадало. Призывать Стюарта мне больше некуда. Так, у него броня бафается за каждое убийство по десятке у нашего основного. Ну и вот пришел Гарпия самосотворенная. Слушайте, а 4 на 5. 5 раз атакует.
Да, это конечно, конечно мощно. Первый этаж, то есть, мне разваливают на раз-два, да? Ну, давайте посмотрим. Слушайте, демон приходит, а мне его приткнуть некуда. Неприятно. Так, ладно. Делаем так, и что? А, он полечится, когда выше пойдет. Слушайте, мне надо, чтобы он... Или на него это не распространяется. Враги не босса, на него не распространяется, благо. Так, ну и я просто, мне некуда призывать. А, как некуда, есть мне куда призывать. Давайте вот так. Ну, смотрим, что тут будет. Да, вот эти, конечно, по семерке там исполняют. То есть, ну, двадцатку я с него списываю, и все, да? Первый уровень, конечно, они прошли очень недурно. Ну, мне их надо убивать. Мне не надо, чтобы они там по семерке вкидывали. Поэтому так, здесь бафаемся. А, ну все, я тут выигрываю. Слушайте, ну, супер, что я могу сказать. Смотрим, как это будет. Давайте, слоу-мо повтор. Да, вот этого надо, конечно, отчислять товарища. Он мне прям не нравится. Да, такой напряженный момент, эпичный поединок. Тут прям хоть скорость увеличивай, да? Ну, в общем, тут-то суть ясна. Можно еще раз, да? Вот так. Все, ну там было понятно, да, что происходит, поэтому... Ну, справились, сдюжили. Я понял насчет брони. Я-то немножко думал, что по-другому это выглядит. Ну, ладно, зато мы понимаем, как это работает. Хорошо. Так, здесь деньги, обрезанные крылья. Непонятно пока, что такое. Карты с поглощением могут с 50% вероятностью отправиться в сброс. Ага, то есть не удаляются до конца боя, а остаются с нами, да? Ну, в каждом втором случае. Ну, давайте заберем. 25 монет, это, в общем, не так, чтобы очень много. Так, сила огня дает 4 ярости и 5 брони. Стоит дороговато, да? Дает 3 ярости. Ритуал обжига. Пробивание. Эта карта наносит урон, игнорируя броню и щиты. Урон сначала наносится броне, только потом, снижая здоровье, каждый слой брони блокирует единицу урона, после чего она исчезает. А вот это я вообще не понял, как работает, если честно. Может, зелье ярости взять? Ну, давайте, да, посмотрим. Так, здесь у нас... Вот, смотрите, неправильный рост восстанавливает 25 здоровья. Возьмите плюс 2 карты на следующий ход. Вот оно. А, так, укрепляющее зелье. Возьмите плюс 3 карты на следующий ход. Пробуждение восстанавливает 30 здоровья, дает 3 регенерации. Очень мощно, но стоит, конечно, тройку. Вот 3 карты на следующий ход. Вот это интересно, учитывая, что они у нас где-то бесплатные, где-то что-то, да? Вот мощное лечение, зато и 2 карты на следующий ход стоит двойку. Давайте, наверное, пусть у нас будет мощное лечение. Все-таки мне тоже хочется, чтобы это было. Для наших пробужденных это будет неплохо. Так, мы приехали в Диколесье, 6-й круг ада. Слушайте, у нас тут серия затягивается, но я что-то не могу бросить на самом деле. Давайте идти до конца, сколько бы времени это ни заняло. Могучие лозы оплетают этот круг, поддерживая существование Диколесья, таким, каким мы знаем его сейчас. Этот живой лес подстерегает беспечных жертв, чтобы поглотить их души и подключить к коллективному разуму пробужденных. Так, копия любой карты. Удалите 2 карты из колоды, что хочется, да?
А здесь что? Тайные пещеры, наделите бойцов новыми возможностями, а здесь... А, вот, я не туда смотрю. Ага, восстановите здоровье пеклу. Слушайте, ну здоровье пеклу надо восстановить. Да, вот сюда я еду. Определенно. Восстанавливаем. Наделите бойцов новыми возможностями. Так, давайте сначала тайные пещеры, наверное, посетим. Посмотрим, что там будет. Ну, тайные пещеры интересная, кстати, история. Оу, какой дядечка. Историк приближается к поезду на своем необычном транспорте. Исчадие ада, как же хорошо, что наши пути наконец-то пересеклись. Я создаю хроники Армагеддона для последующих поколений. Возможно, я стараюсь зря, но вдруг вам все-таки удастся победить. Скажите, какие черты вам скорее присущи? Порядочность, агрессивность или скрытность? Так. Дар признательности. Поглощает весь оставшийся уголь. Чем его больше, тем сильнее эффект. Дает 40 монет плюс количество угля. Ну, то есть у меня 3 маны. 120, да, максимально? Так, агрессия. Получите золото рая. Ваше пекло получает плюс 1 атаку за каждые 10 золота, что у вас есть. Скрытность. Наносит 2 урона вражескому бойцу. Карта наносит 2 урона вражескому бойцу. Когда я добиваю его, бойца, я получаю 50 монет. Слушайте, а вот это прикольно вообще. Хм. Плюс 1. Так, вот у нас сейчас сколько бы прибавка к урону была? У нас 24 единицы прибавка к урону. То есть, ну тоже не кисло, да? Тоже очень не кисло, конечно, там будет залетать. Давайте попробуем подлую кражу. Вы скрытны, зато умны. Конечно, во имя правды придется внести изменения в первоначальную задумку, но несколько часов редактирования все исправят. Примите это в качестве признательности за вашу помощь. Желаю удачи в предстоящих баталиях. Слушайте, ну карта у нас все больше и больше, это, конечно, не радует. Продавец стали. Наделите новыми возможностями. Так, уничтожение карты можно сделать. Так, ладно, сейчас, подождите. Усиление бойца плюс 1 к мультиудару. А, плюс 25 здоровья. Плюс 4 шипов. Мультиудар. Кому можно сделать? То есть он соточку будет выбивать. Слушайте, вот, наверное, да. Улучшаем. Может, его же? Такого сделаем терминатора. Ну, кстати, да. Так, уничтожение карты. Давайте я все-таки уберу этого беса. Это, конечно, стоит 50 денег, но... А, уменьшается каждый ход, вот, все понятно. То есть первый раунд дает 3 ярости, потом 2, потом 1, а потом уменьшается. Так, ну я удаляю, не очень я это как-то хочу делать. Ага, и уничтожение карты подорожало, да, было 50, стало 75. Усиление бойца плюс 4 к шипам. Надо мне это? Вопрос. Ну а что у меня? Тут все ячейки заполнены. Нет, я думаю, не надо. Я думаю, что это мне не надо. Можно карту уничтожить? Можно обновить, и тогда еще здесь будет что-то за 20. Но мне особо улучшать там некого. Слушайте, может карту скинуть еще одну? Потратить еще денег? Давайте, наверное, да. Что-нибудь скинем не очень нужное. Ну вот, например, стюарда. Не улучшенного, да? У нас есть один улучшенный, а можно вот этого убрать. К примеру, стюарда уже не так актуальны, как в начале. Ну и деньги мы потратили чуть ли не в ноль. Все понятно. Ладно, погнали. Я надеюсь, все я там взял. Что-то я как-то даже немножко уже
подустал слегонца. Очень интересно. Очень интересно. Кстати, я могу уже сейчас сказать, что очень классная игра. Мне очень нравится. Прям супер. Так, ладно. Фэл Крылья Света. Это вот косячок, да, вот тут мы видим. Бескрылые искупители охраняют Фэл, пытаясь заставить вас признать тяжесть грехов, пока воительница готовится нанести решающий удар. Чтобы отразить натиск, уничтожайте накладываемый ими груз. Едкий герб. Фэл и ее союзники добавляют в вашу руку и колоду карты плеть. Так. 1300 жизней, и две атаки по десятке. Слушайте, ну это, конечно, серьезно. Это очень и очень серьезно. Смотрится именно так. Так, ну ладно, смотрим, что я смогу. Ага, сердце получит 5 урона, если я не сброшу, да? Так, вот эта дрянь пойдет выше. И она сама здесь стоит, она мне еще и уровень, наверное, тут заморозит. Но на это я пойти не могу. Как-то так. Единичку брони, да, мне сломали. Так, мы тут разбили эту статую. Получил вот эту на минус одну ману, это понятно. Вот эту, да, историю. Так, добивание врага наносит 2 урона. Да тут вот за 2 урона-то еще и попробуй кого-нибудь добей. Так. 20-53. Слушайте, сейчас надо понять. Ну вот это я определенно сбрасываю. У меня так-то все вообще чуть ли не бесплатно выходит. Здесь у нас парень будет бафать себе броню. Можно бафать ему урон. Ну как бы да. Мне кажется, красиво бафать ему урон. И можно больших ребят поставить сюда. А может их вместе поставить? Или все-таки нет? Нет, все-таки нет. Надо вот эти статуи ломать. Гипсовые, да, стражницы. Ну и это пока нет. Можно, конечно, кинуть, но... Смысл какой? Я никого тут не добью с ее помощью, значит, и денег не заработаю. А две здоровья как бы отнять, ну, такая себе история. Довольно вялая. Во-во-во, что они творят, вы посмотрите, обалдеть. И демон приходит, которого хочется выставить, но тогда вот я вот тут точно отхватываю немножко урона. Угу. Здесь тоже, о, слушайте, какая неприятность-то, да? Но мне демона, по идее, надо выставлять вот этого. Куда? Вопрос, куда? Наверное, нет, стоп. Стоп. Здесь сколько? Нет, смысла не вижу. Давайте вот сюда я его выставлю, вот так. Это я разыгрываю, соответственно, но пятерку урона придется затерпеть. Ничего тут я другого придумать не могу. В данном случае. Пятерка урона, кстати, была принята в броню, обратите внимание, что неплохо. Здесь двоечка, да, можно было, кстати... И тоже в броню, ну тут, в общем, ничего страшного. Броня в этом плане, конечно, решает. Вот эти две штуковины, это понятно. Но сейчас мы их начнем уже убивать, да? 75.
пятерку можно, в принципе-то, вот так сделать. Так, сейчас, подождите, дайте я посчитаю. Тогда мы его сломаем и вот этого добьем. Этот тоже умирает. Здесь что? Здесь он статую ломает. Ясно, пусть продолжает ломать. Эти мы карты можем отыгрывать. Три ярости. Уменьшаясь каждый ход. Так, итого. Так, стоп. Мы так их добиваем, правильно? Здесь мы имеем право бафнуть вот этого товарища слегонца. И можем куда-то поставить Стюарта. Вопрос, куда? Ну, давайте, наверное, вперед, пусть он там танчит все, что сможет. А, я вот так не добил, вот я... Да... Не подумал. Ну ладно. Ладно, поторопился. Торопиться здесь нельзя. Здесь нужно, прежде чем тратить карты и выставлять их куда-то, да, нужно смотреть, куда и что ты делаешь, иначе будут проблемы. Да, 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 да. Какой косяк, слушайте. Так, ладно. Высшую меру мне еще тут накинули. Ясно. Не, ну урон мы можем позволить себе принять хоть весь, да, в броню в данном случае. Но вопрос-то в том, что весь нам не нужно принимать. Так, мы в конце концов вот тут доломаем эту штукенцию, да. Здесь мы можем вообще... А, так, тут некуда, все, я понял. Тут тоже некуда, сверху можем поставить его. Вопрос зачем, непонятно в данном случае, зачем бы это мне делать. Чтобы было, да? Ну, как-то так себе история. Здесь продолжаем бафать товарища. Ну, и... Так, давайте считать. У нас сколько будет? 62 он наносит. Пятерка, да? 67. В любом случае мы этого не можем добить. Так. Не можем мы добить. Мы можем зато покидаться, вот скажем. Тут соточку урона пройдет по вот этой вот барышне, что неплохо. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. Ну и да, призывать его можно наверх, но смысла в этом нет. Мана кончилась, троечка пройдет по броне, да, нормально. Броня, кстати, помогает. Определенно. И соточка, на, хорошо, хорошо. Плохо, что не он, конечно, добил, но, в общем... Так, а ты куда летишь? Вот сюда. Двадцатка по тебе зайдет. Двадцатка — это не очень интересно, откровенно скажем. Но я могу что сделать? Я могу сейчас пробафаться. Ну давайте. Линяющий бес у нас. Вот, смотрите, какой у нас линяющий бес. 21-24. Здесь у нас еще есть... Пара слотов, правильно? Так. Вот так. 56 урона прилетит, уже неплохо. Так, подождите, мне бы понять, почему умирают оба. То есть, очевидно, что, видимо, он добивает, да?
А, два хода, хорошо. Ярость, две, плюс, а, плюс 12 атаки. То есть у него будет не 33, а 45, что ли, да, урон? Вероятно, слушайте, мощный баф-то, да, получается? При таких раскладах. Так, ну здесь мы немножко подлечимся. Просто если я поставлю вперед Стюарта, у нас же ничего не должно здесь испортиться в этой связи. Слушайте, а почему он опять выживает? Что-то я вот явно тут не додумываю. Да, не докручиваю этот момент. Ну ладно. Выживает и выживает. Угу. И опять я не добиваю, да, сам? Так, у меня осталось 6 брони. То есть я могу впитать или одну карту, или другую. А, так, что я еще хочу что-нибудь сделать? Тут мы добиваем, тут мы добиваем. Это пока еще с нами не дерется или дерется? Ну, наверное, и нет. У нее бы появилось вот это вот, да, то, что... Или дерется уже. Нет, иначе бы, наверное, у меня тут ребятки бы отлетали. Так. Делаем так. И делаем вот так. Броня принимает, затерпела, хорошо. Вот тут я явно не угадал с их расположением, хотя... Да, теперь вот она бьется. Минус 134 всего я отнимаю у нее. Это неприятно. Так, ладно. Что я могу сделать? Так, давайте думать. У нее атака по двадцатке, да? То есть вот так, если мы делаем, мы живем 5 раундов вместо 4 нашим большим демонам, поэтому мы так делаем определенно. Ну и здесь что? Будем бить? По двоечке? А что делать? Почему бы и нет? Так, ну здесь мы, короче, в общем, умираем и умираем быстро. Да. Угу, демон еще раз и по нему пробивает. 999 жизней. Все, этаж заморожен, идет вверх. Вот, 935 пишут, да? Сейчас придется в сердце затерпеть немножко урона. Либо, но мы можем восстановиться, да, 25 здоровья, и тогда, по идее, мы ее здесь и добьем. Да, мы ее здесь и добьем, но, к сожалению, высшую меру мы в себя впитаем. Ну, значит так, чуть-чуть, сколько мы там получили, 2 урона пеклу, нашему осколку, ну ничего страшного. Ну, давайте тоже ускорим. Понятно здесь, как это работает. Не будем тратить лишнее время. Кстати, тоже очень удобная опция вот с этим ускорением. Да, 2 урона получено по пеклу. Редкий набор. И еще важное улучшение. Мы можем сейчас... Так, а что мы можем? Давайте не будем торопиться. Так, бесовщина стоит 1. Наносит переднему вражескому бойцу урон равный умножить на 15 количеству бесов в колоде. А у нас 2 беса в колоде, ну как-то так себе, да. Классная карта, но у нас просто бесов нет в колоде. Было бы больше бесов, было бы больше толку. Так, вот можно на этаже всех полечить союзников. Понял, армирование, ну забавно, когда
удваивает броню бойца. Ну, по идее, на нашего героя должно работать. Ну, нет, вот мы берем вот это. То есть мы можем еще этаж раздвинуть. А можем ману добавить. Ну, слушайте, мне маны и так хватает. У меня дорогих карт нету. А те, что есть, стоят дешевле. Слушайте, я хочу свет Серафима. Надеюсь, что это не было ошибкой. Ну, проверить это можно только одним способом. Да? Выжженные равнины, между тем, седьмой уровень ада у нас. Этот вулканический круг, созданный благодаря могуществу пекла, стал родиной для демонов адских отродий. Глубокие разломы говорят о том, какой мощью обладало создавшее их пекло. Эти истерзанные войной земли стали тем самым местом, где крылатые раздавили последние остатки сопротивления в битве, вошедшие в историю как Армагеддон. Интересно. Так. 75 монет, продавец стали и пещеры, да? Героя сможем улучшить артефакт, продавец магии и останки пекла. Слушайте, ну я верю в артефакты, мне очень артефакты нравятся. Союзники не утрачивают ярость. Прикольно. Кстати, рассеченная маска накладывает путы на бойцов врага, проникающих на этаж под пеклом. Ага, то есть они оттуда не уходят, да, сразу же? Не утрачивают ярость. Но у меня не так много карт, которые эту самую ярость накладывают. Ну, все равно, наверное, коллекцию хвостов я беру. Классный артефакт, но именно если есть у тебя, да, этой самой ярость. Максимальное здоровье у нашего пекла. Ну, продавец магии. У нас не так много, на самом деле, денег. Так, снижает цену чар на одну единичку. Улучшает чары, добавляя плюс 10 к силе магии. Камень стужи. Это что такое? Мерзлота. Получает заморозку, когда попадает в руку из колоды. Эта карта не будет сброшена в конце хода. Эффект заморозки пропадает, когда карту активируют. Вот это интересно. Так, а что у нас есть? То есть к нам карта попала, и мы пока ее не используем, она у нас висит, да, и не сбрасывается. Слушайте, это вообще неплохо. Это вообще очень неплохо. Вопрос в том, что нам нужно. Это сразу делается обычно. Это тоже, да, у нас. Я даже не знаю, эту тоже я сразу активирую. Слушайте, наверное, нет, неплохо, но нужны какие-то сильные чары, у нас таких просто нет. Снижает цену. Ну-ка, давайте снизим цену к чего-нибудь. Ну, например, да, как вариант, почему и нет, почему бы и не здесь. Так, камень мощи. То есть, вот, допустим, да, 12 здоровья будет восстанавливать. Ага. Интересно, а здесь 35 здоровья. Слушайте, ну классно, 35 здоровья, да, не соответствует почему-то. Тут бы 13 ярости давало, представляете? Этот класс. Вот, смотрите, 12 урона вражескому бойцу, и нам деньги. Вот это классно. Вот это вот уже будет работать. 12, а то 2. Куром насмерть. Давайте, да, вот это улучшим. Ну что, обновим и еще что-нибудь улучшим? Наверное, да. Снижает цену тоже. Улучшает чары, добавляя 20 к силе магии и поглощения. Но я не хочу поглощения, чтобы у меня было. Можно цену снизить, да, убрать откуда-нибудь. Например, вот сюда. Это мне вообще будет бесплатно, ничего не будет стоить. Давайте. Отличная карта. Ну и у нас денег опять нет. Ну что поделать. Что, нам остается только усилить героя и двигаться вперед. Драчун 2, угроза 2. Дает 15 брони. С трех ударов. Здесь 50 с двух, 28 жизней. Ну давайте угрозу 2, вот это будем качать.
Ну и едем дальше. Смотрим, что там будет дальше. Раскаявшиеся, эти очистители обрушат на вас всю тяжесть ваших грехов и заставят расплатиться за них по полной программе. 900 жизней, месть дает плюс 1. Плюс 1 за каждое получение урона, то есть он вначале бьет 5, а потом будет ой-ой-ой. Он разбафается-то как. Так, ладно, очистительница кладет наверх вашей... А, понятно, плеть, да, 5 урона по нашему пеплу, это мы уже проходили. Синий крыл, броня 100, ну понятно, просто не дает пройти. Так, на бойцов врага при входе накладывается 2 защиты от чар, 400 монет. 400 монет. А у меня вот этот вот мешочек-то за деньги, он же чары, да? Слушайте, нет, не хочу я сейчас это брать. Что-то я как-то засомневался. Вообще было похоже на правду, что это все должно хорошо сработать, но, наверное, все-таки нет. Так, здесь 0, 2, 0. Слушайте, у нас семерка, то есть мы можем... Ой-ой-ой, что мы можем сделать, вы посмотрите. Мы можем сделать так. Вот это у нас самый сильный, мол, да? 25 соточку вносит. Так, надо придумать, как мы его будем добивать. 20-ку, сотку, да? И он добивает, бафает себе броню. А-а-а, они по 3. Все, да. Все, я понял. Я понял. Так, ладно. Ничего страшного. Значит, пойдет наверх. Что-то я просчитался на одну единичку. Да, было бы красиво его сюда добавить. Ну ладно. Самоистязание. Понятно, конечно. Давайте тут меня самоистязать. Так, отлично, здесь все отъезжают. Этот бьет вот этого. А наш паренек себе броню подбафает, да, таким образом. Так, тебя куда? Непонятно. Вот это мы убираем. Ну, здесь надо немножко подлечиться, подкачаться. А, можно, кстати, поставить вот сюда его. Будет прям супер мощный уровень такой. Давайте, почему нет? Сейчас мы денег еще заработаем с легонца. Броня плюс 15, плюс 15. Хорошо. Самоистязание. Так, где моя карта на денежки? Вот она. Подлая кража. Подумать надо, кого добить. Наверное, вот этого. Много уж больно урона нам вносит. Вот, плюс 50 денег, как с куста. Очень хорошо. Восстанавливает здоровье союзников до максимума. Тут 115, тут 117 до максимума, слушайте. Ну, наверное, сюда. Ой, как красиво. Вы посмотрите, 118 здоровья, отлично. Вот это мы убираем. Это сюда. А это этажом ниже закидываем. Так, неплохо. Неплохо более-менее. Пока у нас тут две мощные линии защиты. Так, здесь, ну давайте используем, стюард у нас супермощный, которого мы только на третий этаж можем поставить уже, да? Ну, давайте сразу поставим, пусть будет. Лишним он точно не выглядит. Здесь...
Но мы никого здесь не пробьем, да, таким образом? Это мы убираем, это нам ни к чему определенно. Ну и как-то вот так, наверное. Как-то так. Ну и здесь просто поставим его... А, слушай, так мы... А, правильно, да. А, мы вот его сюда ставим просто для того, чтобы он впитал в себя восьмерку урона, да, и меньше досталось нашему большому. Две, да, то есть эти карты. Угу. Неприятно, неприятно в этом плане. У нас куча карт, но... А, у нас уже есть опять 15 новых брони. Здесь по пятерке, да, в нас влетит. Слушайте, и карты-то какие неудачные нам заходят. 25... То есть надо добить. А этот все равно наверх залезет, да? Так, стоп. Этот все равно наверх залезет. Давайте мы не будем тогда броней раскидываться. Делаем вот так. Имеет ли смысл вот этого выставлять, Стюарта? Но если только для того, чтобы сберечь здоровье вот этому товарищу, так-то это ничего не меняет, в плане, что вот эта птичка все равно уйдет наверх, да, и принесет нам тут дебаф вот этот очередной, да, который нужно будет юзать. Так, ну тут в броню все пришлось, хорошо. Слушайте, броня все равно полезная штука, хоть и не такая имба, как я подумал сразу. Но в то же время. Так, это мы убираем. Ну что, будем усиливаться? Почему бы и нет? Так. Почему бы и не усилиться, да? И тут... Ну, давайте еще одного. Так, это усиленный, кстати, Стюарт. Давайте его поставим. 118. Призвать этого не можем. Ну, как бы смысл. Можно его сыграть, но не вижу в этом смысла. Ну и вот он пришел. Товарищ, да? А, в этом смысле? То есть мы его убиваем? Да, слушайте. Слушайте, то есть можно было на самом деле плюс 400 денег-то себе делать. Да, я немножко побоялся. И напрасно, да? Ну давайте, ладно, уж тут. Набафаемся как можем. А, ну и все, здесь конец хода. И ускоряем сейчас всю эту историю. Давайте посмотрим вначале, как это все будет работать, этот бой. Ну и вот у него, смотрите, растет, да, его атака с каждым ударом по нему. Ну, настолько здоровье у нашего голема, что, в общем, ничего здесь ему не помогает. Ну и демон наш большой... Добивает врага. Так, тут, кстати, ничего интересного не дают. Ну, в плане, скудновато. Могли бы в такой стадии прохождения дать что-нибудь типа веселее. Так, выберите карту. Таран наносит переднему вражескому бойцу урон, равный x умножить на 4 количество брони на союзных бойцах. А брони у нашего товарища может быть прилично, да? Случайные поглощенные карты. На нашем основном герое брони-то может быть много. Я его не совсем удачно размещаю, он ее не набафывает, но в принципе-то может набафать. Давайте таран возьмем, может он где-то и зарешает.
Может и зарешать, а может и нет, да, может просто нам занимать место в колоде. Слушайте. Возвращает в вашу руку случайные поглощенные карты. У нас не так много карт, которые поглощаются. Я бы даже сказал, мало. Может пропустить вообще? Давайте пропустим, не буду я здесь вообще ничего брать. Так, вот песня заклинателя, это, конечно, хорошая история. Давайте. Это проверенная карта, она в любом случае зайдет очень хорошо. Ну и что, и мы... Дайте-ка я карту включу, нам сколько осталось-то? А, все, у нас последний бой с Серафимом Благонравным. И мы или выигрываем, или не выигрываем. А-а-а. Ну прекрасно, друзья мои, я вас поздравляю, мы приблизились к самому что ни на есть. Так, останки пекла нам не нужны, деньги нам... Ну нет, наверное, не сюда, нам, наверное, вот сюда. Можно будет удалить карты какие-то ненужные. Так, карты ненужные. У нас есть карты ненужные. И у нас их полно, я вам скажу. Ну вот два стюарта непонятно, что делают. Факелы уже. Даже не знаю, что... И факелы можно было бы все удалить. И стюартов всех удалить. Ну, давайте факелы, наверное. Так, ладно, это все. Тайные пещеры, смотрим, что тут хорошего будет. Много мы тайных пещер объехали. Новые опять какие-то, да? Осколки пекла. Остатки некогда величественного адского маяка теперь разбросаны повсюду. Погаснув, раздробленное на части пекла, должно быть, было выброшено через адские штольни и развеяно по всем девяти кругам. Пользуясь возможностью... Какая-то предприимчивая душа решила обустроиться возле адской штольни, чтобы преобразовывать остатки вырывающейся энергии в крепкие напитки. И хотя владелец сбежал, заслышав ваше приближение, он забыл кое-что из своего товара. Хотите глотнуть? Ну, глотнуть-то, конечно, что ж мы завсегда, особенно учитывая, кем мы играем. Нечто в бутылке. Получите блеск костей. Восстанавливает 2x здоровье пекла. Поглощает весь оставшийся уголь. Ну, такое себе на самом деле. С места в карьер получите кости тряс. Увеличивает ваше пекло. Ну, то есть атака увеличивается, да? Я даже и не знаю, мне это надо, не надо. Здоровье, атака, что? Наверное, давайте атаку возьмем, почему бы и нет. Зачем пробовать, когда можно забрать с собой сам аппарат? Кто знает, не пригодится ли он вам в дальнейшем. Ну, в общем, не самые интересные, конечно, вот эти вот пещеры. Слушайте, в пещерах бывают прям отличные штуки, очень, чуть ли не имбовые, а бывают такие себе. Так, что мы здесь делаем-то? Мы можем, кстати, карту из колоды еще одну удалить. А, и бойцов усилить. Бойцов усилить. Слушайте, давайте мы одну карту точно удалим. Еще один, пожалуй, факел. Или стюард. Кого? Давайте факел, наверное. Так. Колоду, конечно, я чистил не очень хорошо в это свое прохождение. Но ничего, для первого раза может быть и неплохо. Так, а есть там кого вообще усиливать-то? Рогатого можно. Этот у нас полностью усилен. Ну, наверное, рогатого мы два раза и бафнем. В общем-то, тут даже особых вариантов нет. Можно, конечно... Ну, а давайте, куда мне деньги, да? Обновим. Эх, мультиудар бойцу. Я бы, конечно, взял бы какому-нибудь... Ну, давайте атаку стюарту вот этому забафаем. Слушайте, а может быть не стюарту, а нашему линяющему бесу куда-нибудь за спину его поставить? Там большому парню он одну клеточку занимает. Наверное, да. 5 денег у нас осталось. В общем, как мы любим все, да?
Ну и все, мы едем. Конец уже близок. Эта инкарнация злейшего врага ада способна очистить всех бойцов от эффектов, которые не идут на пользу Серафиму. В этом бою нельзя полагаться на одну только силу. От эффектов очищают, в общем, Серафим благонравный. Мультиудар, 2300 жизней. Каждый ход проводит дополнительную атаку. Угу. Ну, посмотрим, как это все работает. Давайте поглядим. Ну, это вот понятно. Серафим предатель играет. Светокрыл. 3 жизни, 10 урона. Так. Подождите, надо понять. Надо понять, как действовать. У нас 7 ячеек. Какую мы можем вообще эффективную самую построить линию? Можем поставить вперед вот этого парня. Дальше поставить, скажем, нашего Рогалома, да? И демона впихнуть, который две клетки занимает, которого я тоже подбафал. И они будут нормально наваливать. Этого уже поставить куда-то дальше. Ну, у нас еще один такой есть. Возможно, вот это на вторую линию уже совместить. Так, ну давайте. Так, здесь, пожалуй, что вот так. Здесь поднимаемся. Так, сейчас, секунду. Сразу не будем торопиться подниматься выше. Делай так. Делай так. И тут как-то так. Так, стоп. У меня скорость нездоровая стоит. 50 залетело урона от нашего вот этого паренька, правильно? Да. Все. Хорошо. Хорошо, так, поглощает, ну понятно, у нас, в общем, на девятку можно атаку усилить, но мы пока, вот это мне нужно, кстати говоря, ну как то у нас, линяющий бес, так, смотрите, так, и вот так. И они тут наваливать будут вообще-то неплохо, прямо скажем. А, ну это вот даже не хочется на это тратить, если честно. Силы, слушайте, а можно его добавить сюда? И тогда еще получит урон этот товарищ, да? Сколько? 109 урона в него залетит, вообще не дурно. Так. Ну, понятно, что бес сюда уже не влезет, точнее, демон тут, ну и ладно. Можем использовать на 6 усилить атаку нашего сердца. Не факт, что я дальше смогу это вообще сделать. Ну, давайте разыграем, пусть будет 61, да? Ну, и Стюарта ставить этого или нет? Ну, он бестолковый, не нравится он мне. Только место занимать, а у нас кто еще есть тут? Есть у нас кто-то толковый? Ну, кто у нас в колоде-то остался, дайте посмотреть. Да особо-то нет, у меня и остался вот рогатый демон, да эти стюарты в крайней степени бестолковости. То есть это пара стюартов и сзади рогатого демона, да, воткнуть. То есть ставить его, в принципе, смысл имеет. Ну да, получается так. Нам комнату с пеплом и не надо, вы уж что-то прям не так меня поняли, друзья мои. Ну и погнали. Бахать, да, по врагу. Ну, чуть-чуть залетело в него, уже неплохо. Здесь 35 залетит. Тоже ничего. Тоже норм. Как-то так, да, мы отлечиваемся, ну, впитываем в себя урон, ясно, какой-то.
Да, нам бы его отличить, было бы вообще не дурно. Совсем было бы не дурно. Угу. О, у нас какая штука есть. Мы можем как раз тут вот отличиться, например, сверху. А это поглощение у нас? Нет, она нам еще и вернется. Слушайте, ну так-то вообще отлично. А тут мы можем, да, вот так вот сделать. Хотя... Слушайте, отличиваться надо полностью вот здесь. Так, теперь здесь Стюарта ставим. Так. То есть мы еще и все разыграем, правильно? Так, а пробьет только последний. Ну давайте ему тогда и повысим. Эх, жаль, не впишет демон ему. Ну ладно, как получится. Чуть-чуть залетело. Уже неплохо. Угу, ну и пролетает он вниз вот сюда. Ясно. Так. Ясно. Вот это сейчас смысла делать нет, поскольку у нас там и кого призывать. Нет, нет, пока нет. Можем добить. О, вот можем добить, но нам, правда, не нужны здесь уже особенно-то 12, да? Нам не нужны особенно деньги, но добить-то мы все равно можем, правильно? Зачем лишний урон получать? Так. Здесь отличиваем здоровье. Кому накинем ярости? Сейчас подождите, дайте сообразить, как лучше сделать. У нас вот ярость не пропадает, правильно? Не утрачивают ярость. Поглощение. Ну вот да, она один раз играется. Вот так мы делаем. И у нас что получается? Ну как-то так давайте, наверное. Хотя я был неправ, надо было сейчас вот сюда кидать и добивать вот этого. Да, это я... Это вот я не обдумал сейчас. Это вот прям косяк, конечно. Это прям косяк на самом-то деле. Единица осталась. Неприятно, неприятно. Так, ну тут он немножко урона даже получит. Это радует. Так, отличить мы кого-то зато можем полностью. Так, здесь 85, здесь 71, да? Хорошо. Хорошо, так, здесь... Так, давайте посчитаем. Значит, здесь я пробиваю. Убиваю, да, вот этого. Здесь 130 жизней. 56 на 2. Это сколько у нас получает? Это у нас 112. А тут 130.
Ну тут мы так его не набафаем. Тут мы его в любом случае так не набафаем. Здесь тоже много надо, да, чтобы добивать его. Ну а в принципе, кого имеет смысл бафать на урон? Кого, в принципе, имеет смысл на урон бафать? Я вот думаю, демона или нашего героя. Так. Сок дикобраза сюда идет. Наверное, демона, слушайте. Наверное, вот так. Ну и все. Смотрим, что же было дальше. Так, тут 35 влетело по нему. Ну, слушайте, не знаю я даже как. Скоро уже будет бой с ним, поэтому... Что у нас там получится из этого из всего, поглядим. Так, здесь добивает один, этот добивает... Это можно использовать, кстати. Понятно, что сейчас Стюарт к нам зайдет усиленный. Почему бы и нет, мы его поставим наверх. Скажем, вот так. Есть, теперь здесь... Так, побольше чуть залетит урона, да, Серафима? Угу. Слушайте, у него все равно 2000 жизни. Это же... Мы у него почти ничего и не отняли. Ну и вот он с нами будет биться. Минус 368 мы тут у него добиваем, да? Слушайте, ну у нас все равно основная надежда, наверное, вот на этого товарища, поэтому нам нужно вот здесь поменьше урона получать. Максимально вот здесь восстанавливаться. И как-то рассчитывать, что вот на этом уровне мы тут сможем что-то решать, да, тянуть и терпеть. Как-то так. Слушайте, ну все, самый финал. Я, если честно, не понимаю, что тут у нас будет получаться или не будет. Вот нам тут развалили большого. Но вот он брони себе набафал туда. И за счет брони он тут немножко поживет и немножко понаносит. И как раз еще ход проживет. Угу. Как раз на единичке жизни, смотрите, тут выживает. И урон у него тут тоже набафывался. Ну, в общем, еще бесенок, да, добавит. Угу. Так, ясно, понятно. 1082, говоришь, да? Слушайте, у меня такое чувство, что мне не хватит. Что мне не хватит и не хватит совсем чуть-чуть. Ну, то есть еще что тут сверху ребята подамажат. Ну, тут сколько они выдержат. Так, слушайте, а что у нас в колоде? Ну да, у нас бойцов-то и нет никаких. Угу.
правильно, потому что их убили, и мы, да, мы никому бесконечную вот эту жизнь не взяли, да, чтобы после убийства оказывался в колоде. То есть вот этого нам убивать и кого-то тут призывать песни защитника смысла нету. Так, ну, стоп. Стоп. Я могу что еще сделать? Я могу вот сюда внести, да, допустим, тогда полечить, тогда этот проживет на один удар дольше. Здесь, если я полечу, сколько у тебя жизни? 127. Кстати, тоже имеет смысл. Так. Тысяча 294, да? Угу. Да. Слушайте, обидно. Я, похоже, что проиграю и буду где-то рядом. Где-то рядом с тем, чтобы его целить. Да, вот тут у него ровно 30, вот еще бы он тут зацепил бы чуть-чуть, да? И это было бы все по-другому немножко. Так, 130 пишут, я сливаю, и это, конечно же, ни о чем. И у него останется сколько? 220. Слушайте, да, это, конечно... Это, конечно, очень и очень обидно. Сейчас, подождите. Значит, тут 31, 42. Да, и мне вот реально... А, слушайте, у меня же сердце еще остается. А что-то я так рано сдался-то. Слушайте, так я, наверное, выживу на сердце. Тут меня мысль-то посетила. Так, ну мы до конца тут боремся, конечно. Ну, тут я не знаю даже. Как-то так это ничего уже не меняет. Ну, в общем, поехали смотреть. Уже не буду скорость повышать. На тебе. Тут он еще выживает как раз, да, чуть-чуть. Да, сердцем же он будет биться. Слушайте, ну да. Или нет? Ну да, я тащу на сердце. А, друзья мои! У-ху-ху! Вот это да! Слушайте, я не зря бафал сердце. Ну, точнее, не сердце, а как пекло оно здесь называется. Слушайте, вот это было эпично. Вот это я понимаю. Вот это первый взгляд у меня получился. Я давно столько эмоций не получал от процесса. Но если бы я, конечно, слился, эмоций было бы тоже много, но было бы больше досады в них, да, превалировало. И горечи какой-то от поражения. Но тут, конечно, прям 35 единиц жизни осталось у сердца. Победа. Но самое главное, что победа. Слушайте, ну давайте быстро посмотрим, что тут будет дальше. Так, наш счет. Бонус какой-то нам дают. Открытые члены согласия. Ранг согласия 1. Воссоздавайте согласие, чтобы повысить уровень сложности и развивать карты в случае победы. Ранг согласия повышается каждый раз при победе в заезде на самом высоком из открытых рангов. Ага, то есть мы играли на нулевой сложности, а будем играть в следующий раз на первой, да? Если будем. Слушайте, ну... Ладно, сейчас давайте посмотрим, что тут дальше. Адские отроди, уровень повышен. Натиск щитов. Передвиньте бойца вперед, наложив на него 10 брони. Так, хорошо. Артефакт открыт. Умение призыва сработает еще раз. Призыв срабатывает в момент активации. Еще один уровень адским отродьем.
Бесовски привлекательно. Жертва бес. Наносит переднему вражескому бойцу 50 урона. Вот так. Угу. И артефакт «Уцелевший рог» сохраняет остатки маны между ходами. Ага, то есть если, ну, в смысле угля, да, то есть если я не дотратил, ну, тут прикольно. Он остается, переносится на следующий ход. Пробужденные тоже прокачиваются. Облако спор накладывает 2 регенерации и 2 шипов. Добавляет копию этой карты в ваш заброс. 2 регенерации и 2 шипов. Копию карты в сброс. Ну, стоит дороговато. Не знаю, насколько это хорошо. Узловатый корень артефакт при каждом накладывании дает дополнительно плюс единичку к шипам. Ну, видимо, на этом можно даже стратегию как-то строить. Так, слушайте, у меня ранг согласия 1 из 25, то есть я прошел на нулевом уровне сложности, у меня первый, а тут их всего 25. Обалдеть. Ну, тут, конечно, понимание игры должно быть просто каким-то запредельным. А вот, кстати, и Blue Pawn, тот самый Брателло 07, который мне порекомендовал эту игрушку. У него 14 уровень, красавчик какой. Прям молодец. Слушайте. Так, но теперь идем дальше. Я играл за Адские отроди, есть здесь еще пробужденные. Да, вот эти как раз големы, ну как танки мои, которые в том числе тут затащили. Это прогресс, я так понимаю, да, в уровне, ну, открытия. А тут есть еще три, как это назвать, клана: Стигийская стража, Мрак и Тающие огарки, которые у меня закрыты пока. Коллекция внеклановых карт здесь есть. Здесь коллекция карт по кланам. Слушайте, ну то есть мы прям прикоснулись чуть-чуть совсем, да? К этой игре, а тут еще столько всего. Обалдеть, вы посмотрите. Вы посмотрите. Так. Победа, обычный заезд. Все, 9 кругов ада мы прошли. Новый личный рекорд. Наибольший урон от бойца 70. Новый заезд. Слушайте, ну новый заезд-то пока нет. Друзья мои, ну я вас призываю оставлять обратную связь. Как по мне, Monster Train заслуживает всяческого внимания. Очень классная игра. Очень динамичная, глубокая. Ну, динамичная в каком плане? Конечно, тут может быть и неправильный эпитет я подобрал. Тут вообще надо все продумывать. Тут есть над чем подумать. Тут могут быть разные тактики. Тут, видимо, с каждым прохождением все всегда будет по-новому. Ну, будут какие-то новые элементы. Тут есть 5 кланов, а не 2. Они могут быть в разных сочетаниях, соответственно. Ну, и по мере прогресса, да, как будет проходиться игра, будут они открываться и будут тут добавляться все новые и новые возможности. Пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть продолжение этой игры на моем канале. Мне, я скажу честно, она очень понравилась, и я хочу в нее поиграть и дальше. То есть, будет интересно узнать ваше мнение. Вообще, пишите то, что вы про нее думаете, что хорошего увидели, что плохого. Возможно, что-то можно было здесь лучше и интереснее сделать. В общем, ожидаю от вас активность и обратную связь. Ну что ж, друзья мои, всем огромное спасибо, кто был со мной, смотрел это видео из рубрики «Первый взгляд». Кстати, в этой рубрике, ну, в относительно ближайшем будущем будет еще один ролик. Там не такая свежая игра, как вот эта. Эта-то появилась в конце мая этого года, но для меня тоже будет она новой. Не буду спойлерить, пусть для вас это будет небольшой такой тайной, да, небольшой интригой. Еще я хотел, прежде чем попрощаться, выразить огромную благодарность всем тем зрителям, кто поддерживает канал, кто поддерживает его финансово. В последнее время такой поддержки стало больше, чем это было ранее, скажем так, да? Спасибо огромное всем, кто донатил. Также всем огромное спасибо, кто пишет комментарии, оставляет лайки и способствует продвижению канала за счет своей
активности. С вами был Антиквар. Всем удачи и до встречи. Пока.